Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас! Огромная благодарность всем, кто уделил сегодня внимание нашему изданию и получил один из последних номеров нашего журнала. Я хочу сказать, что журнал «Вестник мечты» издается, начиная с 2005 года, и уже вышел 47-й номер нашего журнала. Что касается концепции, наш журнал посвящен такому важному, на наш взгляд, направлению, как глубинная экология. То есть, в отличие от традиционной экологии, это направление изучает, скажем, равноправие не только людей. Мы правовые вопросы знаем, какое огромное значение имеет в нашей жизни, а равноправие всех живых организмов. И в этом плане нам помогают и в редакционный совет входят писатели, поэты, художники, фотографы, интеллигенция из разных стран мира. Это и Виктор Сорокин, знаменитый писатель из Франции. Это и Владимир Карстен, замечательный автор, философ из Германии. Это и Светлана Царинных, Леония Берег из России. Это наши украинские авторы, в частности, знаменитый Виктор Постников является, будем говорить, нашим автором и имеет статус официального автора мечты, самый, на мой взгляд, крупный специалист в области глубинной экологии. К сожалению, глубинная экология не то, что не изучается в школе, и я думаю, даже на профильных факультетах, университетах на сегодняшний день в Украине этому направлению уделяют очень мало внимания. Поэтому мы приглашаем всех вас знакомиться с нами, к сотрудничеству, приглашаем обязательно, чтобы вы заходили на сайт наш, который работает, начиная с 2007 года, и уже достаточно наполнен, интересный ресурс. И хочу сказать, что сам проект «Вестник мечты» имеет дочерние проекты. Это 18 газет Запорожского учебно-воспитательного комплекса номер 19. Это целый ряд сайтов, например, такой сайт, как «Иркутский центр», открытый сайт общественных экологических организаций Запорожской области. И можно еще назвать 8 ресурсов в интернете, которые очень интересные, о которых я могу потом вам при знакомстве рассказать, если вам это будет интересно. Спасибо большое, всем успехов, хорошего настроения, победы. Всего доброго. Спасибо.